Хотел починить авто, лишился машины. Хозяин иномарки сдал автомобиль в ремонт, а через время узнал, что легковушка разбита. Фото искореженной машины в редакцию агентства чрезвычайных новостей прислал брат автовладельца. Он рассказал, что в результате аварии госпитализировано 4 человека, включая водителя. Он тут же набрал родственника, но оказалось, что хозяин иномарки жив и здоров. Он сообщил, накануне машину с ключами и документами сдал в нелегальный автосервис. А как автомобиль оказался на дороге, тем более с другим водителем и пассажирами, неизвестно. По данным ГИБДД, в больницу с переломами увезли двух девушек и двух парней. Один из них был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция уже проводит проверку. Не исключено, что иномарку могли угнать. Похититель, видимо, не посмотрел, что авто на летней резине и на скорости просто не справился с управлением.